ресторан я часто готовлю жареный сулугуни. Это быстро, вкусно и очень сытно. Опять же, рецептов жареного сулугуни огромное количество. Самое простое – взять обычную пшеничную муку, нарезать сыр, как угодно. Я вот обычно таким, не знаю, прямоугольничком режу. Обвалять и обжарить с двух сторон, там, по 40 секунд с каждой стороны, и все. Я люблю такой более сложный вариант, делаю кляр. Нужно разбить два яйца, немножко их взболтать. И сюда же я добавляю специи. Мне все-таки хочется, чтобы немножко было повкуснее, что ли. И вместо пшеничной муки я беру кукурузную муку. Дальше, собственно, все то же самое. Нужно хорошо разогреть сковородку, налить растительное масло рафинированное. Я добавляю еще сливочное, тогда оно не горит, и вкус получается другой. И, соответственно, делаю такой кляр своеобразный и также с двух сторон обжарю. Конечно, в идеале лучше жарить сулугуни на открытом огне. Можно попробовать это летом на даче, на мангале пожарить. Это безумно вкусно. Ну и в таком виде на завтрак, это если еще добавить помидоры, по желанию перец болгарский, то получится идеальный завтрак.